это гитарный блок номер 5. И этот гитарный блок будет о том, как придумать риф и как его быстро записать так, чтобы не забыть. Вы, допустим, вы взяли где-то вдохновение, и у вас пришел какой-то, вот какая-то идея вам пришла, что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, как минимум на губах ему... Вот, звучит, конечно, да, по-детски, но тем не менее, то есть... Это можно сделать. Сначала представить, как он будет звучать, то есть какие барабаны там будут, то есть как это будет. То есть мне пришел в голову, вот я шел сегодня по улице и просто вот откуда-то прилетел вот такой. Вот, то есть вот такого кача, то есть такой старый добрый 80-е а-ля 90-е года. Я не играю на пониженном строе, поэтому это стандартный строй, не соль релями. И теперь смотрите, то есть можно что сделать? Можно, когда у вас уже этот риф полностью есть в голове, то есть можно его пробовать записывать. То есть я работаю в Cubase, открываем файл, новый проект, безымянный. Делаем проект, куда-нибудь кидаем. В принципе, темп 140 подходит. Будем делать в темпе 140. Ну, для начала что сделаем? Можем сначала, пока у нас этот риф в голове есть, чтобы он у нас никуда не делся, сначала записать гитару. Итак, пишем гитару. Я делаю дабл-трек. Я буду писать на хамбакере, на нижнем, чтобы звук был более такой драйвовый. И никаких реверов, никаких дилеев на дорожке нет. И, собственно, на самом эффекте тоже нет, чтобы он был звук такой сухой. То есть все обработки потом добавим. Так, поехали. Делаем два такта пустых, чтобы потом можно было, чтобы привыкнуть к темпу. Поехали. Вторую дорожку точно так же. Это пока замутируем, либо же сделаем ее чуть вообще вот такую. Ну, например, да, записали мы трек. Вот, но еще момент такой. Я хотел здесь сделать на концовке, добавить пассажик небольшой. Вот мы записали дабл-трек дорожку гитарную. Теперь будем записывать барабаны и бас. Для начала сделаем просто, послушаем, как она будет звучать. Просто если будет вот такой звук. Просто мы его размножили и послушаем. Да, вот сюда можно, в принципе, что-то другое поменять, но нормально. В принципе, можно даже бас, по сути дела, можно вообще ровно оставить, просто ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и больше ничего не менять. Но немножко скучно, немножко, ну, не люблю. Если бы я был басистом, мне было бы скучно играть такую партию, сказал, ребят, дайте что-нибудь, ну, там, напридумывай еще что-нибудь, каких-нибудь партий. Вот, поэтому надо что-то разнообразить, каких-нибудь ходов, где-нибудь в конце фраз, там, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот, басисты очень часто делают октавные. Я не басист, мышление все равно гитарное, но басовую партию иногда сам пишу. Мне нравится да-да-да-ту-да-да-да. То есть вот эта нота соль, которая ту-та-ту-та, постоянно у нас выпрыгивает, ее мы можем с вами добавить. И заново у нас получается вся партия. Мы ее копируем и сюда, собственно, вставляем, что у нас. Вот это место можно заклеить, потому что у нас синкопа. Все. Вот здесь место очень интересно. Там у нас получается мы играем, обыгрываем гармонию. Получается мелодический ход идет уже. Вся аккорд, соль мажор. Можно сделать что-то здесь тоже такое интересное. На соль можно висеть. Таким образом мы сделали с вами партию баса. Все, она готова. Делаем партию барабанов. Барабаны сделаем очень простыми. И все, в принципе, это достаточно будет. Так, смотрим. Бочка у нас... так. Сделаем сначала хай-хет, чтобы просто... Размножим его, и потом, если будем его убирать, просто его подотрем. Так проще. Вот
эти все штуки ту-ду-ду-ду-ду. С барабанами сделаем ту-ду-да-ду-ду. Вот здесь уже ритм пошел вот отсюда, уже немножко другое надо сделать. Ту-даун-да-ду-да-ду. Ту-даун-да-ду-да-ду. Так. Собственно, вот. Партию барабанов мы тоже записали по-быстрому, на скорую руку. Теперь добавим счет и сыграем.